Ночью 29 мая на федеральной трассе М-52 Чуйский тракт в Тальменском районе произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Несколько человек погибли, другие находятся в тяжелом состоянии в районной больнице. Расследование этой аварии находится под личным контролем губернатора края. Груда обгоревшего металла и это многообещающая визитка. Все, что осталось после аварии от Рено Логан. Столкновение произошло накануне в 23 часа 50 минут на трассе М-52 Чуйский тракт. Автомобиль «Рено» двигался из Новосибирска в сторону Барнаула. Полицейские предполагают, что водитель решил обогнать впереди идущий грузовик и не рассчитал расстояние до встречного «Мерседеса». После лобового столкновения легковушка загорелась. В автомобиле «Рено» находились, получается, семья, 5 человек. Отец, мать, несовершеннолетняя дочка и 2 малолетних ребенка, которые сидели на коленях у своих родителей. Пятерым пассажирам «Мерседеса» чудом удалось выжить. Двое мужчин с переломами находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. А еще 3 пациента, они не реанимационные, они поступили в хирургическое отделение. Это дети, мальчик 1,5 лет и девочка 3,5 лет. У них нет серьезных повреждений, и с ними мама. У нее перелом наружной лодыжки. Участок дороги, где произошло ДТП, абсолютно прямой. Любой транспорт видно издалека. Почему водитель «Рено» не заметил встречный автомобиль, узнать уже не получится. Впрочем, следствие по этому ДТП только началось.